Вам покажу сейчас, достала с подоконника. Какая малышечка, мини-орхидейка расцвела. Такой насыщенно-бордовый цвет с желтыми краями. По-моему, я такую же самую орхидею купила тоже мини. Но вот эта малышечка, я не знала, как она цветет. Я ее приобретала, по-моему, она не в цветении была. А сейчас вот такой замечательный малюсенький цветоносик. Для сравнения, вот палец и вот половина большого пальца цветочек занимает. Очень красивый, нежненький, замечательный цветочек. Я покажу. Да, Милан, красивые, да, цветочки? Дай-ка я поближе покажу. Вот такой цветочек, очень красивый. Вот так он смотрится на своем месте, на солнышке. Еще одна потеря. Совершенно была нормальная орхидея, но с шейки, прям изнутри, вот между листьями, вот так вот она была. И вот между листьями, вот с середины сгнила, причем таки не по черной гнилью, а вот прозрачная, вот жидкая гнила, и все буквально вот очень быстро. Не знаю, что это такое, что это за болезнь такая, но она у меня вот так вот сидела. В принципе, оставила корешочки, там еще какой-то росточек есть, может, что-нибудь и будет, на всякий случай. Вот, и так, это я опрыскиваю каждое утро сейчас своей орхидейки корневином. Особенно те, которые слабенькие и нуждаются в том, чтобы наросли у них корешочки, помочь им адаптироваться. Вот я их каждое утро опрыскиваю.